Это итоговый выпуск. Студия Анастасия Дорогана. В ближайшие полчаса о главных событиях недели. И главная новость о возможном вступлении Луганской Народной Республики в состав России. Глава республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума. О справедливости этого события и об экономических последствиях для жителей всей страны в нашем сюжете. Россия своих не бросает, и в этом едины все присутствующие здесь люди. Март 2014 года, Барнаул, митинг в поддержку действий Владимира Путина, а также русскоязычных жителей Украины. Через несколько дней Крым станет наш, а доллар пока стоит 36 рублей. За то, чтобы стать частью России, 8 лет назад проголосовало почти 97% крымчан и почти 96% севастопольцев. А накануне о возможном вступлении в состав России заявил и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. С 2014 года это та идея, ради которой они обороняются, ради которой они живут, ради которой они все это терпят. Это их земля, это их территория, там жили их предки, и они мало того, что жили под бомбежками, но при этом они же отстаивали свою территорию. За 8 лет их так и не смогли захватить, несмотря на подавляющее преимущество. Правда, позже глава республики уточнил, сейчас подготовка к референдуму не ведется. В Госдуме также заявили неподходящее время для референдума. Чтобы решение было обоюдным, необходимо охватить голосованием большинство жителей республики. Во время специальной операции это невозможно. Но уже сейчас историки и политологи полагают, что в ЛНР многие желают стать частью России. Справедливо, законно и прочее – это разные термины, да? По справедливости, да. Да, и Крым наш, да, и, вероятно, и Донецк наш, поскольку он долгие годы входил в состав РСФСР и был подарен прежними властями Украине, как и многие другие территории. История рассудит, я так думаю. В 2014 году после присоединения Крыма Россия попала под десятки международных санкций, большинство из которых действуют до сих пор. Вероятно, подобные меры стоит ждать и в случае возможного присоединения ЛНР, если, конечно, еще осталось что запрещать и выводить из страны. Нужно восстановить заводы, фабрики, инфраструктуру. Все это требует достаточно серьезных финансовых вложений. Организовать пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальные гарантии. Можно привести такой классический пример, когда Крым объявил о согласии войти в состав Российской Федерации, мост через реку Лена напротив Якутска был заморожен строительство и был построен Крымский мост. И мост через Лену до Якутска до сих пор не построен. А вообще политологи говорят, что 2022 год еще удивит нас своими событиями. Речь идет об изменении всего мирового порядка. Мир доходит до такой планки, когда изменения неизбежны, да, и, соответственно, начинается рваться там, где тонко. Вот мы снова и видим по миру, да, Йемен, Саудовская Аравия, Израиль, Нагорный Карабах, и там и в Средней Азии не все благополучно. Потихоньку это рвет во всем мире. А нам, к несчастью, живущим в эпоху перемен, остается лишь наблюдать, в том числе и за очередной встречей делегаций России и Украины. Переговоры должны возобновиться сегодня-завтра в Стамбуле. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. Половину недели у нашего холдинга «Сибирская медиагруппа» был свой очевидец происходящего. Анна Перевозчикова, корреспондент «Комсомольской правды» Барнаул, участвовала в пресс-туре на Донбасс. За несколько дней они посетили важные объекты Донецкой и Луганской народных республик, пообщались с местными жителями и главами территории. О непростой поездке с ней поговорила Валентина Аскерова. Как там живут люди? Что ты видела своими глазами? Вот расскажи нам. Ну, живут, наверное, это громкое слово, люди сейчас там буквально выживают. На самом деле, вот Волноваха, ее вроде как уже освободили, но люди до сих пор боятся выходить из подвалов. Те, у кого разрушен дом, поехать некуда, живут в каких-то убежищах, вот, например, в Волновахской больнице сейчас большое число людей. Готовят на костре, там же греются. Спят под несколькими одеялами, чтобы хоть как-то согреться. Так и живут. Пытается ли кто-то уехать? Какие-то попытки? Кто в этом помогает, способствует? Да, люди пытаются уехать огромными толпами. Пока мы проезжали пункт пропуска через границу, там было просто бесчетное количество машин.
ждут они своей очереди по несколько дней. Вот мы общались с двумя местными жительницами из Мариуполя. Они рассказывали, что они шестые сутки стоят на трассе, чтобы только переехать через границу. Некоторые обосновались в палаточном лагере, некоторые живут прямо в своих машинах. У половины машин нет стекол, лобовых, боковых. Едят то, что приносят либо военные, либо другие жители, которые возвращаются с пункта пропуска, там приносят горячий чай, какие-то медикаменты, еду. Но, к сожалению, вот те, у кого есть возможность, они уезжают, а многие люди остаются. Ну вот даже не в плане того, что им, возможно, некуда уехать, они просто говорят, вот здесь наш дом, а куда мы уедем? А те, кто пытаются, они куда? В Россию? Ну вот с кем мы общались, да, в основном в Россию. И такая огромная очередь. А в чем сложность? Почему настолько много желающих или почему так долго все это тянется? Ну, честно, я не знаю, почему так долго. Ну, наверняка, потому что силы не резиновые у тех, кто работает в этих пунктах. Угу. Многие говорят про гуманитарную катастрофу. Вот действительно ли так? Есть ли у людей еда, продукты первой необходимости? Есть ли горячее питание вот в целом? Что там ты видела? Ну, скажем так, то, что я видела, вот с кем мне довелось пообщаться, я не увидела, что там прям много еды было какой-то. То есть у меня есть фотографии из подвала дома, где, ну, где раньше располагался штаб ВСУ. И там в подвале, ну, какие-то консервы, какие-то кастрюли. И это больше похоже не на какой-то гуманитарный груз, а скорее вот то, что было у людей из продуктов, то и повытаскивали. Какие-то булки хлеба, причем там сыро, грязное, антисанитария полнейшая. Но представьте себе сырой подвал. И там вот на столе, получается, они обосновали небольшую кухню, и там все вот в грязи, какая-то булка хлеба лежит. Насчет медикаментов, в аптеках закончили жизненно важные препараты, но мы разговаривали с главой ДНР Денисом Пушилиным, который пообещал, что Минздрав сейчас разрабатывает списки, и они будут переданы в форме гуманитарного груза. В больнице сейчас тоже сложная ситуация. Во-первых, там половина оборудования уничтожена во время обстрела. Медсестры и другие работники продолжают вытаскивать технику, какую могут, из-под завалов, очищают кабинеты, но лекарств недостаточно. То есть вот чем могут, тем лечат. Но когда-то это закончится. Но я надеюсь, что в ближайшее время все необходимые лекарства им поступят. А даже я слышала, что вот медицинское оборудование новейшее, оно тоже все разрушено под обстрелами, под бомбежкой. Я не знаю конкретное наименование оборудования, которое там было уничтожено, но я просто видела, как с окна свисает компьютер, допустим. Здесь валяется системный блок. Там был кабинет, где проводят компьютерную томографию. Он просто весь расстрелянный. Я не была внутри, но я думаю, что там мало чего осталось от него. С техникой там сейчас действительно туго. Угу. А вот дом, где были пленные, это в каком городе? Это тоже село, город Волноваха. Вот расскажи поподробнее, я знаю, что вы общались с пленными. Вот что они говорят, потому что вот дедушка, ты прислала видео, его комментарий, который был в плену 2 недели, чуть не погиб, я так понимаю, тоже. Как он жил и как другие жили, и до сих пор там живут. Вот что они рассказывают, какие у них после всего этого чувства? Ну вот как раз таки, как я уже рассказала, они сидят у костра. Ну представьте картину, люди, 6 человек, вот стулья какие нашли, сели, разогрели мангал, собрали бумагу, жгут ее, так и греются, потому что мы приехали, там было довольно холодно, хотя весна. По его словам, вот как только началась спецоперация, там обосновали штаб ВСУ и в соседних зданиях сделали укрепрайон. За многоэтажкой, вот, где проживал как раз этот мужчина, был танк и другая бронебойная техника. То есть он выкатывался, стрелял в поле, если там было наступление, и закатывался обратно. Получается, вот эта жилая многоэтажка, она была как щит. ВСУ прекрасно знали, что там есть люди, они заперли их в подвале. Люди там ходили в туалет, люди там готовили, люди там жили. Там были не только взрослые, там были дети, там были инвалиды.
помогали друг другу. Вот рассказывала там одна женщина, вот у кого что было там из продуктов, кто что с собой взял, готовили в одной большой кастрюле. Всем помогали. Сейчас те, кто смог уехать, уехали, те, кто не смог, там вот продолжают жить. Мать Александра, вот как раз одного из местных жителей, при нас поднималась наверх, чтобы отдохнуть. Там, я не знаю, как они остаются в этих квартирах, потому что там дыры везде. То есть там прям серьезно задувает, но все-таки дом, наверное, есть дом. Я стараюсь всегда примерять истории своих героев на себя, каково было бы мне в этот момент. Если бы я осталась без дома, если бы мне нечего было надеть, если бы у меня погиб друг или подруга, я не знаю, как бы я пережила. В этих людях столько смелости, столько храбрости, столько силы. Они, когда мы с ними разговариваем, они улыбаются, что-то нам рассказывают. Это нужна большая сила духа, я думаю, не сломаться. Как ты думаешь, вот что больше всего они сейчас хотят? Я думаю, они хотят быть в безопасности, чувствовать себя в безопасности, это самое главное. Быть сытыми, знать, что твои родные в порядке, знать, что у тебя есть еда, знать, что у тебя есть будущее, знать, что ты сможешь вернуться в свой дом и знать, что у тебя никто его не отнимет. Что ты не выйдешь с подвала или откуда-нибудь из гостей, а у тебя сгорела квартира. Элементарные, простые вещи. О которых мы причем даже не задумываемся. Да, обычно. Конечно. А как ты думаешь, вот в ДНР, в ЛНР у жителей стоит вопрос такой политической самоопределенности? Вот они задумываются, вот что теперь? С кем я разговаривала, честно, таких вопросов не возникало. Почему? Потому что единственное, что для них сейчас важно, я думаю, это безопасность. То есть... Этот вопрос нужно будет решать, но потом, не сейчас. Угу. Ты общалась, и вообще другие журналисты общались с главой ДНР. Угу. Что вы услышали от него? Много чего услышали. Может быть, то, что вот в дальнейшем поможет жителям непосредственно? Он рассказывал, что в ближайшее время будет решен вопрос с поставками жизненно важных препаратов. Их доставят гуманитарным грузом. Рассказывала про вообще ситуацию в ДНР, какие территории освобождаются, на какие будут держать путь. Вот он привел пример, что планируют освобождать Авдеевку от нацистов. Вот что тебя шокировало в этой командировке? Что меня шокировало? Во-первых, меня шокировало, когда ты лежишь в кровати, и ты слышишь, как за окном доносится грохот. У меня родители живут в Алейске, там же военная часть рядом, и, соответственно, там часто бывают учения, и слышно, как вот раздаются вот эти вот взрывы снарядов. Но одно дело, когда это учение, а другое дело, когда там в этот момент погибают люди. И вот когда я была в гостинице, первое, на чем все поймала на мысли, что это не учение, это реально там кто-то сейчас умирает, а ты это даже не соотносишь. Более того, для меня, наверное, было страшно в первую ночь, как под этим спать, как вот люди вообще засыпают под звуки снарядов. Нам советник по правам ребенка в ДНР Элеонора Федоренко рассказывала, что дети научились различать снаряды по звуку, то есть калибр, вернее, этих снарядов по звуку. Они могут крикнуть матери в окошко: «Мам, я еще немного поиграю, а там далеко грохочет». Понимаете, до чего дошли? Люди уже свыкаются с этим. Ну, разве это нормально? Нет, конечно. Меня шокировала история, когда в последний день, когда мы должны были уже возвращаться обратно в Ростов, рано утром в 9 километрах от нас взорвали многоэтажку. Там погиб один человек, четверо пострадали. И вот видео появилось, там полуторагодовалого ребенка на руках выносит. То есть это было совсем рядом. Они же могли бомбануть в любую точку. И ты там тоже мог быть. Мог быть и погибшим, и раненым. Это тоже устрашает. Но, наверное, самое страшное, это когда вот мы приехали в Волноваху, мы едем, и там просто идет забор. И половина домов, либо вообще нет там ни крыши, ничего. У некоторых окна выбиты, некоторые просто равняются с землей.
Ну, вот где ты еще такое видишь? В связи с событиями на Украине и санкциями в отношении России со стороны Запада, многие российские эксперты говорят об укреплении связей с Китаем, прежде всего экономических. Чем мы можем в ближайшей перспективе быть полезны друг другу? Сложный ли Китай экономический партнер? И что нужно учитывать, если строить бизнес с людьми из Поднебесной, выясняли наши корреспонденты. Предполагали или знали, что отношения с Западом еще сильнее испортятся. Россия и Китай в прошлом году стали больше торговать. По словам экспертов, в 2021-м товарооборот между странами достиг своего максимума – 140 миллиардов долларов. А уже в начале 2022-го китайский экспорт в Россию вырос на 41,5%. Поставки из России в Поднебесную – почти на 36%. Мы стали на 50% больше закупать у Китая не товары народного потребления, вот, а именно оборудование, станки и машины. А еще нам необходимы запчасти для самолетов в том числе. Правда, эксперты утверждают, что такое тесное сотрудничество в плане запчастей понадобится России пару-тройку лет. Ведь если можем производить крутые самолеты для военно-промышленного комплекса, наладить производство пассажирских точно получится. К слову, Китаю без нас тоже прожить сложно. И не только из-за нефти и газа. Интересы Поднебесной направлены в сторону закупки металла, продовольствия, минеральных удобрений. Можно обойтись без айфонов, можно обойтись без хамона и так далее, но без тепла в доме, без хлеба обойтись нельзя. Бизнес-партнерство наших стран длится годами, но никто из наших экспертов не сказал, что строить экономические взаимоотношения между Россией и Китаем легко. Они в первую очередь все-таки партнеры для себя. Работу по любым взаимным проектам они ведут исключительно в своем собственном, можно сказать, неторопливом для нас ритме. То есть китайцы в этом плане, они думают иначе. У Руслана чайный бизнес. С Китаем работает не так давно. Из-за пандемии лично в Поднебесной не был. Договаривался онлайн. Сейчас все отлажено. Курс юаня устраивает и перспективы для себя видит. В новой реальности бизнес будет расширять. Главное изучить китайцев и их традиции получше. Знает, что несведущим чай не самого лучшего качества. Они могут продать по завышенной цене. Есть особенности в их поведении, что бывало даже, была такая ситуация, что мы разругались как-то раз с поставщиком. Он сказал, не буду отправлять тебе никакой товар, ты слишком много думаешь, ты слишком много выбираешь, отказываешься, а потом опять соглашаешься, и в итоге я ничего не буду тебе отправлять, не верну деньги. Ну, я, конечно, нашел слова и на следующий день мне сам написал. Партнеры, бизнес, деньги для них это все-таки как бы это одно, да, но если ты для них уже становишься своим, это совершенно другой разговор и совершенно другое к тебе отношение. Mm-hmm. То есть это вплоть до того, что и цены изменяются. Личное общение, взаимный обмен любезностями, подарками лучше за столом и за чашкой чая, а не алкоголя, обеспечат бизнесу долгосрочное сотрудничество. По крайней мере, эксперты советуют следовать китайским традициям. Кстати, те же эксперты рекомендуют смотреть на Восток не только в китайском направлении. Не стоит забывать про Индию тоже, как бы, которая вполне может все это заместить. Мне кажется, Индия, она, по-моему, и центром является таким, производство фармакологии тоже. Ну а что касается Поднебесной, в прогнозах дальнейший взаимный рост товарооборота. Сейчас Китай особенно нужен нам, а мы ему. Не случайно московский эксперт отметил рост интереса к российскому образованию. В его студенческом графике китайцев стало гораздо больше. И это тоже тенденция нового времени. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Спустя месяц после начала спецоперации и приостановления деятельности части компании число безработных больше не стало. Сейчас ищут трудоустройство почти 15 тысяч человек, потенциальных вакансий на рынке больше почти 19 тысяч вариантов. Кадров не хватает в обрабатывающих производствах, здравоохранении, в сферах торговли и предоставления услуг. Размер зарплаты различен, сообщает Управление труда и занятости населения, и зависит от квалификации работников, трудового опыта и условий труда.
Так, например, на должности токаря и фрезеровщика диапазон заработной платы от 16 до 50 тысяч рублей, электрогазосварщика – до 65 тысяч рублей, инженера – от 20 до 110, врача – до 120 тысяч рублей. Для снижения напряженности на рынке труда из федерального бюджета выделено почти 550 миллионов рублей, из краевого – 5,5 миллионов рублей. Больше 70 тысяч IT-специалистов покинут страну уже в апреле, полагают в Российской ассоциации электронных коммуникаций. Это будет второй волной оттока айтишников. В первую, по данным РАЭК, уехали 50 тысяч специалистов данной отрасли. А вот что происходит на Алтае, почему IT-специалисты покидают страну и действительно ли так велика цифра, узнавала Анара Шагирова. Уехавших за рубеж IT-специалистов уже больше 50 тысяч. Это данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Накануне Наталья Касперская, российский предприниматель в этой отрасли, рассказала, что из страны айтишники уезжают табунами. Даже не из-за материальных благ, а просто поддаются панике. Однако цифра покинувших страну специалистов преувеличена, считают на Алтае. Все обстоит не так масштабно. Из IT-компаний уехало специалистов, ну, может быть, 8 или 9 тысяч, там, 7-8-9 тысяч специалистов всего. Если брать отток фрилансеров, которые сами на себя работают, на иностранные компании в том числе, ну, допустим, еще добавить там 1015. То есть вся общая история может быть около 20 тысяч. Мало что изменилось только у тех, кто работает в пределах России или на страны Востока. А те, кто сотрудничал с Европой, к примеру, не понимают, как получить зарплату. Но если он работал на западной компании, то в некоторых случаях у него, в принципе, не остается выбора. И то есть эти западные компании транслируют, что если вы остаетесь в России, мы, к сожалению, должны будем с вами завершить наши трудовые взаимоотношения. Да, зачастую предоставляется выбор, то есть предоставляют очень выгодные условия для переезда, вплоть до того, что обеспечивают жильем. Есть знакомая целая команда уехала в Черногорию. По словам Вадима Гладышева, только в его компании два человека на время переехали в Армению и Грузию. Другие айтишники в какой-то момент выдохнули после новостей о господдержке в виде льготных кредитов, нулевых налогов и отсрочки от армии. Эта помощь, она пошла только крупным компаниям, таким как там уровня 1С, не знаю, Битрикс, и другим крупным компаниям, чей оборот превышает там 150 миллионов рублей в год. А там, все компании, назовем так, Барнаула, разработчики, да, редко кто работали на общей системе налогообложения и смогли воспользоваться этим, ну, льготой. Что касается льготных кредитов, то есть, ну, на текущий момент ни один банк, то есть эти льготные кредиты выдавать не начал. Вот. Там то же самое там, с ипотекой. Да. Вот, соответственно, ну, что касается отсрочки по армии, то есть это приняли только что, да, но опять же, там условий указано очень много, там и опыт работы и так далее, ну, прецедентов пока нет. IT-отрасль сама по себе замкнута, говорит Виталий Лаженцев, и, пожалуй, что люди из этой сферы действительно тонкой душевной организации. Уверяет, многие из уехавших на фоне событий просто решили пожить в другой стране. Мы ожидаем волну того, что будут возвращаться назад. Никто не ждет с распростертыми объятиями наших ребят за границей в любой стране. Ждут только высокопрофессиональных кадров, которые умеют делать сложные вещи и хорошо знают иностранные языки. Таких немного. А самых обычных ребят, ну нет. Они убедятся, что там как бы тоже не все так хорошо. Поэтому какой будет и будет ли вообще вторая волна оттока среди IT-специалистов – большой вопрос. Специалисты, в том числе уже упомянутая Касперская, говорят, что для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия. Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Полсотни пострадавших за 3 месяца. Количество ДТП в Алтайском крае резко выросло. Вообще, последние несколько лет цифры шли на спад. В 2019 году в крае произошло около 3000 ДТП, а в 2021 на 500 меньше. Снижалось и число пострадавших – 3500 против 3. Количество самих пострадавших уменьшается, а из них в ЧС увеличивается. Значит, были жестко нарушены правила дорожного движения. Либо это скорость,
либо это еще какие другие факторы. Проще говоря, чаще стали происходить жесткие ДТП. Статус ЧС означает, что в аварии погибло 2 человека, либо пострадало не меньше 4. Во время пресс-конференции министр транспорта Антон Воронов рассказал, как сегодня пытаются спасти людей. Там, где возникают очаги аварийности, то есть у нас происходит несколько дорожно-транспортных происшествий, появляются знаки о снижении скорости, появляются дополнительные средства видеофиксации дорожных нарушений. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» поставлена цель, точнее сказать, прогноз. В 2030 году в ДТП не умрет больше 30 человек. Так или иначе, сегодня основная причина аварии – это человеческий фактор. Как сказали в Минтрансе, превышение скорости на первом месте. Площадки для выгула собак при строительстве новых микрорайонов в городе обязательно учтут, причем уже в этом году. Глава Барнаула пообещал на строителей в этом смысле надавить и даже заставлять их не пренебрегать устройством мест для выгула четвероногих. В рамках состоявшегося на неделе общения журналистов с мэром он ответил на десяток интересующих их вопросов. 600 собак и 200 кошек лишь в одном приюте «Ласка». Те, кого хозяева не захотели видеть рядом с собой по разным причинам. Может и не основная, но все же отсутствие мест для выгула домашних питомцев в Барнауле. И в старом городе, и в новых кварталах. Их особо не планируют при строительстве. Глава Барнаула пообещал, ситуация изменится. Причем уже в этом году. Строителей будут заставлять делать такие площадки, хотя нормативы не всегда позволяют. Но примеры есть. Лучшая площадка для собак в парке «Изумрудный». От этого не уйти, это делать надо. И, конечно, здесь потребуются большие, наверное, какие-то нагрузки, в том числе и на бюджет. Ведь это же все обслуживать надо. Это такая проблема, перед которой все-таки стоит Барнаул. Это не я сейчас не про площадки, а про обслуживание. Вот. Но мы это закладываем, мы это вам обещаем. 22-й год. 22-й год при строительстве мы где-то попробуем. Ну, даже не одну, там, давайте, 2-3. Город развивается, правда, строится. Не будут ли переносить начало строительства моста на новом рынке? По-прежнему актуальный среди горожан вопрос. Работы начнутся вовремя, в конце мая, сообщил Вячеслав Франк. Обойдутся они в 1 700 000 000 рублей. Ну, мост аварийный. Его пришло время. Мы за ним наблюдаем, каждый день смотрим. Он признан аварийным. Окна для работы, окна тяжелые, это ночное время, примерно с 4 утра до 8 утра. Вот в эти периоды работы должна быть блестяще организована уже работа той компании, которая выиграет на конкурсе. А вот появится ли тоннель под ЖД вокзалом, пока все еще вопрос. Хотя эта идея в свое время многим понравилась. К тому же в 2025 году в Барнауле планируют реконструировать вокзал. Под шумок можно и тоннель построить, предложили журналисты. Так под шумок, я думаю, не выйдет. И вы поможете. Вообще эта идея, если так уж, вообще в истории, это отмашки. Он двигал этот проект, он его и Александр Богданович показывал. Он в мае они собираются очень детально поизучать все-таки дороги. Это мой заместитель Федоров, Отмашкин, разработчик генплана. Именно вот этот скелет, чтобы у Барнаула появился. Ну, так, это большая проблема. Одна из самых важных, на самом деле, в генплане. Задали вопросы о застройке площади Сахарова. Новые объекты здесь должны появляться, в том числе и задуманный корпус классического университета, уверен глава. По-моему, появляется интересное здание, но, по-моему, есть и другое. А студент что должен? На Антона Петрова ездить? Мы же говорим о комфортной городской среде. Мы говорим о том, как сохранить здесь молодежь. А почему надо построить здание на Антона Петрова, а не рядом? Мнение мэра. Площадь Сахарова должна постепенно освобождаться от городских праздников, в том числе от новогоднего городка. Строят его за 1 000 000 рублей, а стоит он меньше месяца, в то время как в другом месте городок может просуществовать гораздо дольше. Пока же на Сахарова появится новая добротная сцена. И 9 мая здесь точно отпразднуют. К тому времени глава города обещал завести аккаунт в соцсетях. Почему он лично там до сих пор не зарегистрирован, тоже пояснил. Можно и погрязнуть. И тогда, ну, не смогу же я на сотни вопросов ответить, да? Значит, тогда кто-то сидит и отвечает. Значит, это уже не я.
И все же в сетях глава появится, пообещал, что скоро. А еще уверен, что с журналистами встречаться надо чаще. Это возможность, как и в комментариях, ответить на острые и не только вопросы жизни города и горожан. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Новое слово в поисковой работе и археологии. Боец алтайского поискового отряда Артем Буймов по черепу воссоздает облик бойцов, погибших во времена Великой Отечественной. В Алтайском крае Артем пока единственный, кто занимается такой важной работой. Насколько она сложна, расскажем далее. Это вот полевая петлица от шинели. То есть вот шинель, фрагмент шинели, и на ней полевая петлица. Кусочек карандаша, звезда с пилотки рядового, стирательная резинка, мундштук – все это находки алтайских поисковиков. Артем примкнул к движению, когда ему было 13. Чуть позже заинтересовался антропологией. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое, начиная от пола, возраста, заканчивая какими-то индивидуальными особенностями. Допустим, курил боец или не курил. Артем пошел дальше. Он начал воссоздавать облик бойцов по их черепам. Общался с теми, кто работает в Московской лаборатории реконструкции Российской академии наук. Именно эти люди воссоздавали облики неандертальцев, российских царей и полководцев. Реконструкция – дело сложное, но интересное. Фотографии самих черепов, они распечатываются в масштабе 1:1. И дальше создаются контурные реконструкции. То есть наносятся все основные швы черепа и в определенных краниометрических точках наносятся толщины мягких тканей. А это уже готовая графическая реконструкция, сделанная Артемом с помощью простых карандашей и парочки цветных. Так мог выглядеть погибший в 42-м алтайский боец Сергей Голованов, 1904 года рождения. А так он выглядел в действительности. Сходство есть. Совсем недавно Артем вручил реконструированный образ еще одному солдата – Василия Ермакова, его внучкам, живущим в Троицком районе. К слову, ни одного фото деда у них не сохранилось. Есть схожесть там с какими-то племянниками, там с сыном что-то вот какое-то где-то. Мы очень рады, что у нас хотя бы, ну мы теперь можем сделать на памятник что-то, а то просто у нас было там надпись и все. Ну хотя бы что-то на кого посмотреть, прийти на кладбище. Это уникальная возможность для потомков увидеть своего предка. Тут не сохранилось вообще ничего от солдата в плане фотографии или какого-то портрета. Поэтому это новое слово в поисковом движении, в поисковой работе. Я думаю, что он имеет огромные перспективы и будет пользоваться большим-большим спросом и привлечет к себе много новых молодых специалистов. Недавно Артем воссоздал портрет неизвестного солдата. Посредством реконструкции появится возможность найти родственников бойца. А после участия парня в студенческом форуме появились желающие стать последователями поисковика. 15 ребят со всей России готовы учиться искусству реконструкции. Ведь обладать художественным талантом не обязательно. В планах у Артема воссоздание облика еще троих погибших солдат. А в августе он собирается в очередную поисковую экспедицию. Ведь не поднятых с полей сражений бойцов еще много. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.